Rus əskərləri Xersonda valyuta dəyişmə məntəqəsinə basqın ediblər. Video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Все понесли, да. Херсонская область, вот она, Верхний Рогакович, Ладычанск. Улица Ладычанская, Ладычанского 2. Это Херсонская область. Это освободители наши действуют. Да. Освободители это самое, украинского народа от фашистского Киева. Это Херсонская область. Да. Грабители и сволочи. Фашист настоящий.